Ну, чем мы тут собрались? Ты вообще знаешь? Сегодня снимаем один проект для Лены, Елена Фиала, дизайнер платочков. Почему именно Хофра Чули? Потому что на платочке изображена Хофра Чули. В общем, вы потом все это увидите. Лошади нас ждут. В общем, скоро все будет. Это главное. Я хочу просто порадовать. У нас сегодня один мальчик. Это образ звезды в платке. Это главный дизайнер. 3 месяца я его парадчик нарисовал. Держи. Кристина сделала супермен. Спасибо, девочки. Уже все стало. Вспышки нельзя, ничего нельзя, потому что лошади испугаются. Можно, кстати, купить билет на тренировку. Он стоит в разы дешевле, чем на самого представления. И вообще простым смертным снимать нельзя. Но нам разрешили. Улыбка легкая. Да? Ко мне причепится. Вторая рука скинута, как будто вот платком. И эту ручку не в кулачок, а старайся вот так, чтобы я пальчик видела. Чуть-чуть ниже. Вот, вот сюда. Ой, так прохладник. Еще прохладник. Делаем волну. Сейчас, секундочку. Я волна, но так, волна. Кристина. Руку повыше, изгибай ее в локте, чуть больше согни в локте. Да, да, и сама в корпусе прогибайся. Не так сильно. Раз, два, три. Угу. Хорошо, спасибо, ребят. Спасибо. Лена, ты молодец. Спасибо. Отработали, молодцы. Да, потушь, потушь. Леночка, пару слов. Убралку вернись, наверное. Ну, было очень интересно. И я надеюсь, что наши работы, я уверена, что наши работы когда-то попадут в ВОК. Главная модель сегодняшнего дня. Бабушка, спасибо. Дедушка и моя любимая сестра. Всем. Это тоже. Это тоже была. Ты кому спасибо? Да. Ой, я тебе, Оксаночка, спасибо за чудесные кадры. Да. Ты всегда знаешь, когда нас подловить. И люди сегодня работают. Просто да, спасибо всем. Большое всем спасибо. Было не так круто. Меня сделали сегодня очень счастливой.